На личном транспорте выезжают водители на неокрепший лед. В Иркутской области за неделю выявили 114 несанкционированных переправ через водоемы. Выезды перекрыли, специалисты установили там запрещающие знаки и аншлаги о соблюдении правил безопасности. Несанкционированные выезды на лед – это не единственная проблема, которая возникает зимой. Так, в столице региона за несколько дней выпало больше половины месячной нормы снега. Более 200 человек и почти 130 спецмашин в выходные беспрерывно устраняли последствия стихии на главных магистралях Иркутска. Трудились коммунальщики и на менее оживленных улицах, в проездах и во дворах. Но качество уборки, особенно на придомовых территориях, оставляет желать лучшего. В соцсетях иркутяне жаловались, что невозможно выйти из подъезда, потому что крыльцо завалено снегом. Были обращения по поводу плохо очищенных тротуаров и лестниц. Эти места проверили сотрудники администрации. Как выяснилось, некоторые управляющие компании действительно плохо выполняют свои обязанности. Есть такие управляющие компании, вот как на этом месте мы находимся, которые игнорируют полностью все поручения, игнорируют вообще свои прямые функциональные обязанности. С этими компаниями мы будем работать, наверное, уже в другом правовом русле.